Всем, ребят, привет! Вот такое вот у нас нестандартное сегодня начало к нашему выпуску. Помните, в одном из подводных пляжных выходов я как-то утопил скуп, который мы вместе с вами делали. Но, к сожалению, я его утопил, и копать теперь очень-очень проблемно. Я утопил скуп. А скуп где-то мой плавает. Где-то уже, наверное, там. Может, к вечеру принесет течение. Не все, слава богу. Кто-то услышал мою просьбу, которую я озвучил, что без скупа копать нельзя. И вот произошло чудо. Вуаля! Да, это у нас посылка. Прислали мне его из одного интересного магазина, который занимается именно непосредственно нашим любимым хобби. То есть металлоискатели, аксессуары и все прочее. Так что сейчас мы его вскроем. Вуаля! Вот такой вот скуп мне прислали. Если честно, я, конечно же, немного ожидал другого результата, но такая конструкция меня вообще устраивает. Берешь ее в руку, и чувствуется надежность, что он у тебя не сломается ни под рукой, ни под ногой, и тем более об тяжесть ноги. Он шикарный тем, что им можно ходить как вручную, ходить по песочку, по пляжу. Ячейки хорошие, в принципе, копеечка здесь не затеряется советская. И также есть подчеренок. Так что черенок мы сделаем. Если вам будет интересно свой черенок, я в следующих видео покажу, как я делаю. Вот. А сейчас вот такой вот скуп. Классный, классный. Рекламировать я магазин пока не буду, пока я его не испытаю. Потому что я не могу рекомендовать, ребят, вам, а именно то, что, ну, грубо говоря, просто-напросто фигня. Его испытаю, вам покажу результаты, как он себя проявил именно в песке, в глине, в жиже, в грязи, в общем, во всем, во всем. И только после этого я покажу вам результаты, а возможно даже и скажу именно адрес этого магазина, который сегодня мне помог и сделал вот такой вот чудесный подарок. Швы очень шикарные. Сам скуп весит 1,5 килограмма. Удобная резиновая ручка, то есть в воде скользить не будет. В общем, классный скуп. Мы его проверим, и я вам все подробно расскажу, где можно его приобрести. Ну а так, ждем результатов. И после этого только я укажу ссылочку на этот магазин. А сейчас ни в коем случае я проверенное никогда не рекомендую. И смотрим дальше. Сегодня необычное видео тем, что сегодня буду испытывать новый девайс, который мне прислал один интернет-магазин, а ссылочку и название я укажу чуть позже. В общем, будет у меня сегодня тест-драйв по находкам, что может и как он может находить именно под водой. Будет жестокий тест, все я по чесноку вам расскажу, покажу. Будет работать именно в жестком грунте, потом в жиже, в общем, все будет испытано в песке, в иле, в глине, и посмотрим на его, как говорится, характеристики, стоит он того или нет. Так что все, одеваем на себя шкурку и вперед. Ну и все, переоделись, взяли прибор и воду. Смотрим, будет, думаю, интересно. Заранее ставим пальчик кверху за мои, как говорится, труды, старания. Итак, скуп у нас готов для теста. Для начала проведем песочки. Вот здесь песочек, но он здесь у нас всего-навсего на 10 сантиметров. Ну, песок это у нас ничего особенного нету. Песок, он в Африке песок. Промывается, видите, прям шикарно, все чисто. Но стоит только погрузиться чуть глубже, появляется у нас тут уже противное. Как вы видите, песок уже становится сылом. Еще глубже погружаемся.
уже чуть ниже колен. Но чувствуется, что еще нету тут грязи. Продолжаем. Смотрим. Промывается достаточно уверенно, хорошо. Все чистенько. Хорошо. Так. Идем уже непосредственно в грязь. То есть здесь бы как бы пляж уже закончился. Песочка нету. И появляется у нас здесь всякая гадость. Да, уже чувствуется. И поднимаем. Вот как видите, видите, вот такая вот грязюка. Сейчас посмотрим. Ячейки позволяют промывать все полностью. Как вы видите, грязь вся вымывается. Остается лишь ил, глина и различного рода ракушки. Так что ячейки, в принципе, нормально. Удобная рукоять резиновая. И здесь вот штанга прикрутил я. Она под углом, то есть это классно. То есть нашли находку, сигнал ногой. Выбираете как лопату, поднимаете и выводите наверх. То есть удобная конструкция. Вот. Это, в принципе, плюсик, хорошая, зачетная, уверенная такая, знаете, работа. Вот, рукоять у нас имеется именно ходить по пляжику. То есть тоже можно рукоять снять, скрутить и работать обычным вот таким вот способом. В воде, а также по песочку. Просеивается, как вы видите, вообще шикарно. Рукоять для скубы я сделал именно от мощной старой удочки. Вот, так что она не промокает. Вот, имеется здесь вот отверстие. И вода свободно входит-выходит. То есть она всегда у меня, как бы глубоко оно не было, оно находится, видите, на плаву. То есть не тонет. Для примера сейчас покажу поглубже. Все, и вот этот фиговина как поплавок. Еще глубже. Уже вот так. В принципе, нормально. Сюда можно, даже нужно, еще при помощи пистолета загнать пенопласт, и он будет всегда стоять. Ну и так, в принципе, стоит, ну, для уверенности. Вот такой вот я сделал, как бы, я не знаю, как в другие подводные поисковики скубы свои делают, но деревянная здесь не годится. Она намыкает, становится тяжелой, тонет. Повторюсь, мой скуб из двоечки, металл двойка, и весит он 1,5 килограмма. Удобная резиновая ручка, я считаю, достойно. Заусенцев нигде нету, в принципе, надежная конструкция, обработана, достойно, достойно. Так что это еще не все, будем мы его еще дальше испытывать.
Претензии какие к нему? Ну, я даже не знаю, какие претензии. Возможно, вот здесь вот может быть острие можно наточить. Но это на любителя, возможно, можно и самому это сделать. Но если было бы остренько, было бы уже хорошо. И еще, как я вам сказал, конструкция надежная. Металл двойка. Но я считаю, что можно даже сделать из полуторки. Полуторки металла будет тоже достаточно. В целом нормально. То есть сам крепеж рукоять оставить, а скуп сделать полуторку. В воде работать удобно. Хоть я сегодня первый раз с ним работаю, но удобно. Очень удобно. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой именно тест данного прибора. Это просто в народе называется скуп. Его по-разному обзывают. Скуп и скуп. Вот, но правильно, когда будет через П. Скуп. Вот, так что наш заводчик сегодня отработал нормально. Тест показал, что с ним довольно-таки приятно и удобно работать. Вот, никакого дискомфорта он не приносит. Даже только одно удовольствие. Конечно же, ручка наша тоже немаловажная вещь. Так что рукоять от удочки довольно-таки классно тоже себя зарекомендовала. То, что он как работает, как поплавок. Вот, что вам еще сказать. Ну, если что-то будет, сегодня я продолжаю копать, подводным поиском заниматься. Так что кое-какие, может, сюжеты, связанные с находками, я вам еще приложу. Так что не переключайтесь, продолжается у нас тест. Отправляемся мы на другое место и там протестируем. Думаю, находки там будут. Ну, а по находкам у меня сегодня получилось прекрасно, так как мы сегодня испытывали сегодня скуп. И хочу вам продемонстрировать, что скуп у меня окупился практически. Да какой практически, сразу же окупился после первой находки. Итак, ребят, на этом я и закончу свой сегодняшний коп. Копали мы сегодня на пляже. Скуп у меня сразу же окупился после первой же находки. В общем, скуп классный, мне понравилось, рекомендую. Стоп, Александр, чуть не забыл. Данный чудо-скуп вы можете приобрести в интернет-магазине Shop Detect. Там вы найдете для себя все, что необходимо для кладоискательства. Пусть вы начинающий или профессионал, все можете найти именно там. Металлоискатели, аксессуары, а также комплектующие, если же у вас какие-то возникли проблемы. Подлокотники, штанги, крепежи, все имеется там. А также там можете приобрести и ИБУ, поддержанные приборы, у кого не хватает финансов. Так что рекомендую зайти на этот сайт, посмотреть, сравнить цены с другими магазинами. Возможно, вас что-то заинтересует и захотите там что-то прикупить. И еще, если вы решили там что-то приобрести, сделайте вот что. Произнесите ключевое слово или же пароль «Поиск 63 РУС» и вам предложат хорошую скидку на то или иное изделие. Это бонус. Так что воспользуйтесь своим шансом, сделайте себе подарок. Ну, на этом и все. Не будем рассусоливать. Надеюсь, вы сейчас продолжите смотреть на моем канале мои старые выпуски. Так что все, всем пока, палец кверху, комментарий, отвечаю всем.